Значит, какая-то внутриполитическая ситуация, которая требует незамедлительно решить главный вопрос, потому что последующие действия, которые могут быть и могут развиваться как внутри страны и как вы рядом с ней, могут в последующем привести к тяжелым последствиям, где выборный процесс будет крайне затруднен, электоральное поле может быть потеряно. Это называется опосредованный разведпризнак, который мы понимаем, осознаем. Сегодня время политическое непростое, но каждый думает о себе, о будущей своей семьи, вот, потом думает о стране. Это дело президента. Возможно, сделав такое решение о неочередных выборах, может быть, он будет сам уходить и продвигать преемника. Или, наоборот, будет эти вещи сокращать, дабы, прогнозируя последствия возможных процессов внутриполитических, которые будут, когда вот это наиболее правильно, выгодно и для страны, и для избирательного процесса, и для демократии. Он вправе это принять решение. Другое дело, что решение по выбору будет принимать парламент, и если там есть демократические процессы, то у президента спросят, чем обусловлены эти вещи. Я не вижу здесь никакой связи пока что. Я думаю, что там другие вещи, в том числе и связаны с взаимоотношением со своими соседями.